Хейо гайс, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру под названием Черепашки. Тупик. Ну, надет. Так, видно, что он... Лежится. Чё? Я что-то протупил. Привет, ничтожество. Ощутите мой гнев. Вам конец. Пойдем, парни. Если что, ребята, это последняя серия. Хотя... Это опять. Последнее сражение. Да, если что, короче, это финал. Опять. Вот это, наверное, знаете, пускай это последний уровень, да. Но здесь так сложно. Это, наверное, мы с друзьями всегда пытались до этого момента сохранить все коньки. Но мы с друзьями бывали проходили без получения урона. Здесь... А, здесь еще будет новые враги, я вспомнил. Да? Они с пола даже влазят. Да, камон, я играл еще так очень давно в эти игры. Ладно, я все еще живу. Или это в других нибудь черепашка было? Ох, не вспомнил уже. Староватый. А, вот они. Только тогда, кажется, они немножко другие были. Меня бесит, когда он медленно так летит. Вы скажете, что здесь такого сложного? Просто мы еще не дошли до того места. От которого... Которого мы ненавидели! Если, конечно, я этих еще парней пройду. Вот видите, типа, он не быстро атакует, а мне нужно быстро атаку, чтобы это застопить их. Как-то он идет лагом. Готово. Ну хотя бы на этих можно... Не, мне кажется, да, должна была быть еще хпшка где-то. Ой, порталы. Меня сейчас убьют. Командная битва у них. Да. И он, понимаете, расстояние держит. Но. Вот они, видите, ждут тайминг, когда я, типа, уже не буду в воздухе, либо того.
он ждет, пока я отпущу его, чтобы он мне кинул сюрикен. Вот вы думаете, они тупые? Они ни хера не тупые. Да, ну прыгни! Вот видите, типа, он втихаря подошел за язык экрана, за него место, чтобы все это провернуть. Они, я говорю, они не глупые ни хера. А вот я скоро сдохну. Ну как вы это назовете? Везением для них. Как он меня схватил, если я атаковал в этот момент? Вот, видите, опять! Он меня просто схватил! Так, еще до новые враги. Да, это пол, все, я вспомнил. Ой, как же бесит этот пол. Блин, я думаю, нужно сохраниться, да? F5. Осторожно, осторожно делаем. А, я все равно сейчас умру. Сейчас начнется просто другая часть, очень опасная. Вот это вот. Все, я труп. Их либо перепрыгивать, либо только так. Ну, в нашем случае мы всегда перепрыгивали. Не знаю зачем. Нельзя вообще давать атаковать себя. Ага, их там. Ладно, я еще живой. Пять.
Ух ты ж. Ух ты ж, ё-моё, как же сложно. Где хп? Ладно, 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 ладно. Пиздец. Ладно, дом. А, я все равно сейчас контишку получу. Я контишку быстро заработаю. Будем все равно сохраняться, потому что нафиг рано мне надо. Так ведь. Правильно, нахер нам не надо. Что за дерьмо? Я еще даже не встал, он уже пуляет меня. Скажите, это нормально? Хотя я все равно континью сейчас должен получить. Давай, хотя бы доживи до контишки. Доживи хотя бы до контишки. А, сейчас там контишка хотя бы будет. О, да. Ну хотя бы контишка.
пока что идем нормально. F5. Ну скажите, это нормальный уровень. Это не нормальный уровень. Опасно хоть куда-то идти. Ладно. Хотя бы так. О, это же где шарики, да, начинаются? Чисто выживание на максималке. Страшно. Ой, я сейчас сам же попаду сюда, блин, да. О, нет. О, нет! Почему я палку нажал? Я на палку нажал. Ладно, давай. Ладно, не страшно. А, меня ударили, подожди, или нет? Ой, пошло дальше. Вот видите, я говорю, здесь нужно были все контишки. На уровне, на легком уровне сложности это было бы вообще легко. Вот как он меня схватил? Вот как он меня схватил? О, как же он бесит. Крэнк. Ну хотя бы этого правильно назвали. Я покажу вам мощь Супер Крэнка. О, мы всегда так с этого ржали. Когда его атакуешь или когда он гуляет. Да ёлки-палки. Можно его так называть?
Ой, блядь, ловушки. Ладно, ладно, не страшно, пускай. А я не помню... Я не помню, как его ловить. Подожди. Я имею в виду... Когда он это... Он просто летает, нужно ждать атаки, да? Да, его, походу, нужно ждать атаки. Ага. Я вот не понимаю, почему он другую атаку не использует. У него там есть довольно прикольная атака. А, вот, вот. Вот это, он рот типа так открывает. Улетает и типа бомбочки падает. Да, его атаковать нельзя. Давай атакуй меня. Да. Ладно. Я не остановил тебя, но Шреддер остановит. Оля. F5. Вот эта вот херня, то что меня все-таки. А хотя я не должен умереть, если даже умру, у меня же контишки. Подожди, я кажется все потратил уже, да? Ну именно возрождение. Хотение возрождения. Короче, в чем херу вот этот это место? Да, враги меня атакуют. Тут мало, они по-любому достанут. Дело в том, что здесь очень маленькое место. Мы всегда с другом один налево, один направо шел. Пожалуйста, чтобы у меня была контишка еще одна. Фу, есть, ладно. О. Ладно, ребятки, нам повезло, оказывается, я не все еще просрал. Оказывается, не все просрал. Это радует. Да уж. Так.
А, если что, начало с места начну. Босса вообще можно проходить на изи. А, камнюк. По идее, еще враги должны прыгать с потолка камни. Или то и другая игра. Везде просто много игр, где... А, все, видите, вот пишет конец игры, если я сдохну, то все. Если что, у нас контишки всегда были общие. О, вот это меня тоже прикалывало, когда они из этого вылазили. Я думал, они из потолка. Они высасываются. И главное, что ты не знаешь, какой вылетел. Готово. По идее, сейчас должен быть босс. Ну, Шреддер, само собой. Сейчас я покажу вам супер силу гипер камня. Так, стоять. Здесь, короче, нужно наведение. Наша главная цель — выбить из него синюю сферу. Вот в эту лучше не попадать, в зеленую. Она превращает нас в черепашку и сразу убивает. Ну, хотите, я могу показать, блин. Вот. Все, и мы с вами умираем. Можно синий, пожалуйста? Ну да, конечно, когда я решил прыгнуть, он, конечно же, сделал это. Ладно. Он просто меня зажимает, я встать не могу. Thank you.
Понимаете, нам главное словить тот момент, когда он начинает пулять, и все. А так больше мы никак не попадем на него. Бля, а что происходит? ГГ народ. Я походу нажал на троечку. Или на какую, бля? Сейчас скажу вам. Где эта чертова кнопка? Вот. И меня просто Шрёдер убил. И у меня сохранение отлетело. Знаете, что? Вот в чем прикол. Я, блядь, не знаю, что делать. У нас была битва с боссом. И она слетела. А заново проходить? Это долго очень. Это манать как долго. Ладно, давайте я, короче, сделаю таким образом. Я пройду заново. По-быстрому. И либо найду сейф. Закину и сыграю. Ох, ребят, сейчас будем пытаться что сделать. Давайте код Konami. Если он работает. Угу, сработал. Так, кажется, что не понял, сделал. То, что должен был характерный звук быть. Так, ребят, живем, короче. Ждем значок Konami. Прожимаем код. C, B, B, A, 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 B, C. Звук характерный был, хорошо. Дальше. Пробежимаем. Потом обратную сторону, только теперь через А. А, Б, Б, С, 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 Б, А. Нажимаем старт. Один игрок. Во. Теперь мы выбираем уровень. Выбираем Донателло. Блин, скрин делайте, ребята. Код Konami, код Konami. Ну, вы понимаете, что я чисто... пытался сделать все, что смог. Я сделал это. А заметьте, что меня не убило. То, что огонь не убивает. Ладно, на зеленое типа тоже можно, но это опасно. Ха-х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 а-
Понимаете, если эту игру спидранить, тут главное... Чтобы... Чтобы Шреддер был синим. То есть здесь эта херня скриптована. Хотя зачем я это делаю, если... Можно подождать, пока он зеленый хер выпрыгнет. И стать под ней. Ну, типа... Ну, вы поняли. Вот под красную я не знаю как. Не успел. Ребят, вы понимаете, что я чисто все для вас сделаю. Вместо того, чтобы проходить игру и удалять эту серию, которую я уже заснял, я лучше пройду так. В смысле, не успел? Надеюсь, он не бессмертный. Это опять последнее сражение. Пройдено. Шреддер был побежден, и там учитель принтер стоит. И наш город снова выглядит невредимым. Кто на самом деле спас наш город? Этого никто не знает точно. С вами была Эйприл О'Нил. Доброй ночи. И вот чили, который сзади, создатель игры, сзади который прыгнул, скорее всего, это и есть один из разрабов. Из-за картинки я всегда на драфу угорал, блядь, сегодня с лицом. Ну, ребят, как-то так, типа. Да, мне пришлось предвергнуть кодам. Это не читы, это коды. Код Канами, если вы захотите, я вам напишу в описании, там будет. Но если что, это... если про джойстик, это... Именно когда Канами значок появляется, это C, B, B. А, Б, С. Вы слышите звук. Потом, когда будет главное меню, да, типа, где нажмите. Либо вы можете просто нажать, типа, пропустить. Потом, А, Б, Б, С, 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 Б, А. И у вас идет выбор уровня. Поэтому, ребятки, как-то так. Что можно сказать вообще об игре? Игра прикольная, большое количество врагов, тех же самых ниндзя, конечно, раздражает ниндзя с палками, которые защита. Из боссов сложный только Шреддер, из того, что по факту самая безопасная его атака это синяя, которую можно его потом атаковать в ответ. Ну, либо в зеленый, но это нужно рисковать, потому что превращение в, так сказать, черепашку это минус сразу все жизни. Потом можно отметить врага Стокмана. Довольно пиздящий. Самый такой жесткий враг, ну, босс, в плане того, что он просто своих роботов вызывает, и они тебя кусают. Из-за этого, да, пускай они хотя бы отнимают по одной жизни, да, по одной полоске, но все равно они наносят тебе хороший урон. Также можно отметить локации, да, у нас был корабль, мы на скейтборде, или это у нас серф, на серфе катались. А город, монастырь, два раза пещера были. Потом
база самих главгадов. Вот эта зона, мне кажется, раньше была она немного темнее, нет? Там были более такие яркие цвета. Хотя я могу сейчас придираться, и на самом деле это было для ПК-версии. Ну что, ребят, давайте тогда, я думаю, мы с вами на этом закончим. Музыка стандартная, прикольная. Из детства, как говорится. Мало контишек. Крутилка, кажется, только одна, да, была у нас на карте. Но, скорее всего, на другой уровне сложности там было бы больше хила. А враги почти... Ну, то есть... Герои наши, да, и активные, которые мы можем играть, почти ничем не отличаются, но только что Дантелло больше радиус атаки. У остальных ниндзя-черепашек почти стандартный радиус атаки, но, говорю, Дантелло самый дальнобольный. Самый короткий, наверное, но я могу ошибаться, это Рафаэль. Поэтому, ребятки, давайте, я думаю, мы с вами на этом и закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.